Слава Эквестрии, я уже думал, что переел камней. Это от моих родителей. Спайк, они выиграли круиз на дирижабле, и можно взять всю семью. О, жаль, у меня нет времени поехать. У меня, как у принцессы, так много незаконченных дел. Перестань, Искорка. Даже принцесса Селестия иногда отдыхает, а она поднимает солнце. Тебе нужен отпуск. Я могу вести журнал дружбы, укреплять моральный дух пони и отвечать на письма. Но, Спайк, ты такая же моя семья, как любой из пони. Я не могу оставить тебя и загрузить работой. Что? Я тебя не слышу! Ты в отпуске! Наверное, стоит отдохнуть от работы принцессы. Ты лучший, Спайк! Я знаю. Пойду аккуратно сложу вещи в один чемодан. Ждем. На круизе бывают мероприятия, да? Мне надо составить график. Вот оно. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебством в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба — это чудо. Берегись, она не признается. Но когда твоя мама говорит «расслабляющий отпуск», она имеет в виду «устроим что-нибудь безумное». В прошлый раз она прыгала с тарзанки в бухте Луна. Что такое, милый? Я просто рассказывал Искорке о моей новой книге по стратегии игры в лото. Это очень увлекательно. Ах, поскорее бы сесть в дирижабль и полететь, как Пегас. Правда? Извини, но я помню, как тебя укачало на безумных горках на Пони Айленд. Да ладно, меня перестало укачивать много лет назад. Надеюсь, вы почувствуете наш радушный прием, потому что мы радушные! Это было самоуверенное приветствие. Так вот каково это — выиграть большой приз. Жаль, я не помню, в каком конкурсе мы победили. Стойте, вы не знаете, откуда взялся этот приз? Когда кто-то предлагает тебе бесплатное путешествие, просто подписываешь бумаги и не задаешь вопросов. Тем более, что мы можем полететь все вместе. С чего мы начнем? Ну, я разделила мероприятия на категории и составила график по нашим интересам. Папа, с тобой просто. Турнир в лото вот тут. Мне нравится, как буквы и цифры распределены по маленьким клеточкам. Это так впечатляет! Шайнинг Кармор, тут будет гонка в мини-лодках в маленьком бассейне. О, сестрянка, только ты помнишь, что я люблю все мелко. И Каденс, здесь есть игровая комната для маленьких принцесс, которая точно понравится Флори. Просто чудесно. Спуск в бочках Снегогорского водопада звучит интересно. Я хочу, чтобы вы все повеселились, и все выходит прекрасно, потому что у меня будет время и для себя. Наш корабль пролетает замороженный север на закате, и только в это время можно увидеть астрологический феномен, известный как северные звезды. Звезды будто выстреливают из заката! Класс! Великолепно! Потрясающе! Что ж, это мы точно не хотим пропустить. Тогда решено! Но нам нечего делать сейчас. Есть идеи?
Внимание, отдыхающие пони! На дирижабле запрещено скучать! Выходите на экскурсию погулять! Экскурсия — это интересно! Да! Точно! Пойдемте! Конечно! Я лечу! Я... Кажется, Флури немного укачала. Поскольку для тебя это не проблема, отнеси ее вниз, пожалуйста. Вдали слева можно заметить белые облака Клаудсдейла, где принцесса Искорка однажды посещала погодную фабрику. Откуда он это знает и зачем объявлять это в круизе? Давайте перейдем на другую сторону палубы. Да-да-да. Мы поднялись достаточно высоко, чтобы увидеть весь Кантерлот и даже королевское дерево, где родились принцесса Искорка и ее брат Шайнит Гармор. Что? Это не так. Вы же знаете, что мы родились не тут. Чему вы так радуетесь? Ну, все равно это очень красивое дерево, милая. Я просто хотела сказать, как мы рады быть здесь! Да, мы тоже. Наш маршрут ведет нас на север. Мы пролетим над башнями Кристальной Империи, где принцесса Каденс спасла свою малышку Аликорн от монстра, созданного из огня. Это какая-то ерунда. Их величество дедушка и бабушка звучит немного высокопарно, но можете нас сфотографировать. Что? Ладно, достаточно. Кто знает, где находится аниматор круиза? Извините, сэр. Можешь звать Айрона Билла Айроном Биллом! Что ты тут делаешь? И почему ты объявляешь факты из жизни моей семьи? Рынок мотивационных семинаров рухнул, так что Айрон Билл организовал новое дело. Начал устраивать тематические турпоездки. И тема этой поездки? Пони, постучите копытами, если прибыли сюда на первый круиз по памятным местам принцесс! Айрон Вилл, я не уверена, что было честно предлагать этот круиз моей семье, не сказав, что другие пони купили билеты, чтобы увидеть Каденса и меня. Айрон Вилл подробно изложил все детали круиза в договоре, который вы подписали. Ну, когда вам предлагают бесплатный круиз, кто будет читать мелкий шрифт? Айрон Вилл гордится своими качественными круизами, но... Если Сумеречная Искорка и ее семья против, я все отменю. А это разобьет сердца всех обожающих принцесс пони на борту. Я люблю тебя, принцесса Искорка! Хоть я и мечтала о семейном отдыхе, но я не смогу развлекать всех этих пони. Мне при этом надо заботиться о Флури Харт. Просто мы так сильно обрадовались семейному круизу. Ладно, видимо, придется развернуть судно. Стойте, Айрон Вилл, у меня к тебе предложение. Если я соглашусь участвовать в нужных тебе мероприятиях, ты обещаешь, что моя семья сможет заняться тем, чем захочет? Сестра, ты не обязана этого делать. Мы хотим, чтобы и ты повеселилась. Я не хочу, чтобы путешествие закончилось. Я подведу пони, которые пришли, чтобы увидеть нас. Что скажешь, Айрон Вилл? Договорились? Принцесса Искорка по рукам! Отлично. Кажется, у нас есть время для игры отца в лото. Вообще-то, нам хватит времени, чтобы объявить главного победителя лотереи. Кто же не любит призы? Итак, отдыхающие пони, наш дирижабль взлетел. Кто тут приз получить хотел? Спасибо всем, что вы так
любезны и уважительно относитесь ко мне и моей семье. Ну что ж, не будем тянуть. Победителем становится... Стартрекер! Поздравляю, Стартрекер! Пусть приз радует! Ладно, папа, пора играть в лото. Простите, у меня нет приза. Поздравляем Стартрекера! Он получил главный приз! Он проведет день с Искоркой как почетный член ее семьи! Это приз? Что ж, ладно, тогда пойдем с нами, почетный член семьи. Конечно! В игре в лото всегда есть место для друзей. Все пони готовы? Конечно, милая! Давай, помешай шарики! Папа, что ты сказал? Он сказал помешать шарики. Спасибо. Вот это дело! Это лото принцесс классное! Папа, у тебя есть? Скажите, как там дела у моего отца? Да, он сказал, что бинго принцесс класс. Бинго принцесс! Бинго принцесс! Бинго принцесс! Сумерки – мое любимое время суток. И тебя так зовут. По-моему, это круто. Бинго принцесс! Бинго! Ух, как раз успела. Скажи-ка, готов к лучшей гонке мини-лодок? Тебя точно не укачало, старший брат? Нет, конечно, это невозможно. Я же и в воде, и в воздухе. Одно дополняет другое. Кажется, так это не работает. Но я готова, раз ты готов. По правилам, принцесса Искорка объявляет старт гонки на лодках. Что ж, я могу сразиться с твоим братом. Ну ладно. Главное, Шайнинг Армор может погоняться. Я рада. Прости. Вечером я напишу об этой гонке у себя в дневнике. О, это так увлекательно. На старт. Внимание. Марш! Весело! Правда, сынок? Хочу всех предупредить, я выхожу из лодки из-за того, что меня совсем не укачало. О, все нормально, милый. Мы отведем тебя в каюту. Это только первый заезд из 10. Итак... Кто хочет увидеть лицо принцессы у финишной черты? Каденс, я рада, что ты попала в игровую комнату для маленьких принцесс. Флори чудесно проводит время. Отлично. Я отправляюсь делать старомодное ковбойское фото. Фотосессия – это круто! Затем я отвечу на вопросы о том, каково быть аликорном перед маминым прыжком с Снегогорского водопада. Надеюсь, не пропустить. Искорка, ты точно не против участвовать во всех этих мероприятиях? Против? Что? Конечно, нет! Вам ведь весело, да? И вообще, эти отпускники должны быть довольны, если я хочу быть хорошей принцессой. Ты уже хорошая принцесса, Искорка. Честно говоря, если ночью я увижу северные звезды, я буду счастлива. Но сейчас мне пора на съемку. До встречи! Давай поиграй, подружись с принцессой. Прошу у всех прощения. Похоже, маленькой Флоре нужно поспать. Почему второй вопрос был из двух частей? Надеюсь, я хоть раз спущусь в бочке с мамой. О, Снегогорский водопад – это потрясающе! Бесконечный полет, вода на моей гриве, тесное пространство бочки.
Еще один расслабляющий отпуск в альбоме, милая. Милая, я знаю, что ты расстроена, но мы ждали сколько могли. Может, отвлечешься от обязанностей принцессы? Расстроена? Нет! Я отвечала на подробные вопросы об эликорнах. Ты же знаешь, как я люблю детали. Не хочу, чтобы ты забывала. Это и твой отпуск тоже. Как я могу забыть? Это же очень удачный отпуск. Ладно. Что ж, скорее бы увидеть северные звезды. Айрон Вилл сдержал свое слово. И у принцессы Искорки осталось лишь одно задание. Последний шанс. Вставайте в очередь, если хотите автограф принцессы. Лучший день, можешь поверить? О, как долго ты ждал? О, нет, который час? Я пропустила северные звезды. Ты была права, Искорка. Это было потрясающе, да? Жаль, что ты не смогла это увидеть, детка. Но мы уверены, ты порадовала множество отдыхающих пони. Я так счастлив, что заплачу. Ну да, отдыхающие пони счастливы. Моя семья счастлива. Даже Айрон Вилл счастлив. А знаете, кто не счастлив? Я! Мое копыто. Ну, извини, но ты сам виноват. Ты стоял почти на моем хвосте. Даже моя реальная семья так близко не стоит. Искорка? Я договорилась с Айроном Виллом, чтобы отдыхающие пони и моя семья провели отпуск мечты. А что ты хочешь? Я хочу, чтобы все были счастливы. Иногда пони ждут от принцессы больше, чем она может дать. Сложно понять, где провести черту. Похоже, ты с этим знакома. Когда родилась Флури Харт, мне стало проще видеть грань. У тебя всегда будут обязанности принцессы. Но у тебя есть и обязанности перед собой. Ты права. Мне нужно определить границы. Но сначала мне надо принести извинения. О, ну как ты, милый. Лучше, спасибо. Думаю, мне лучше уйти. Нет, Стартрекер, оставайся. Мне надо тебе кое-что сказать. Всем вам. Я рада, что вы делали все, что вам хотелось, но мне надо было постоять за себя, чтобы тоже делать то, что хочется мне. Я напрасно накричала на тебя. Если мне казалось, что ты близко стоишь, мне надо было тебе это сказать. Прости меня. Давайте сделаем что-нибудь вне графика. Вне графика? Да, мы сделаем то, что хочется мне всей семьей. С почетными членами тоже. Вы и ваша семья были очень добры, приняв меня. Но это ваш семейный отдых. И я рад, что мы познакомились. Внимание, отдыхающие пони! Если хотите, на палубу замороженного приходите! Ну нет! Оставьте принцессу в покое! Ты что сказал Айрону Виллу? Все нормально, пони! Я хочу поблагодарить всех, кто тут собрался. Я оценю, что вы потратили то, что заработали, чтобы побыть с нами. Я отправилась в круиз, чтобы немного отдохнуть от обязанностей принцессы. В сущности, я тоже просто пони.
И хотя я желаю, чтобы все пони были счастливы, я бы хотела провести остаток круиза, расслабляясь с моей семьей. Конечно, принцесса Искорка. Но почему круиз рекламировали как круиз принцесс, если ты просто хотела отдохнуть? Круиз принцесс Айрона Вилла не гарантирует участие реальных принцесс. Но Айрон Вилл уже давно выучил свой урок. Оплату не верну! Ого. Возможно, он нахал и манипулятор, но нельзя сказать, что Минотавр не подготовился. О, еще много всего. Мы пролетим мимо Филадельфии. Я устрою Флорихард исторический тур. Ты очень заботливая. Но сейчас мы с семьей кое-что запланировали для тебя. Восхищайтесь северными звездами! Вы сделали все это для меня? Это невероятно! Спасибо! Шайнинг Армор, не могу поверить, что ты там, хотя тебя укачивает. Меня не укол. Ладно, возможно, мне нехорошо. Бедняжка. Как скажешь. Знаете, это единственное, что мне было нужно. Озвучено в студии СВ «Дубль» по заказу ВГТРК в 2017 году.